Хорошо, продолжим нашу работу. Сегодня мы просто прокрутим на нашу фигуру в произвольной вокруг произвольной точки. Хорошо. Сейчас, значит, мы поставим сюда две нумерики бок. Где же? А, да. Хорошо. Вот один поставили. Ctrl-V. Второй. Значит, именно поставим, значит, как же назвать их, чтобы было нормально. Ладно. Вот так, X. Это для X-ов. А это для Y-ков. Сразу же поставим label сюда. Ай, мне это не нужно. Назовем это Label X. Кажется, у нас такого нету. И текст просто X. Да, не надо бы. Хорошо, Ctrl-копий, Ctrl-V. Второй копию. Просто Label Y. И сразу же сюда Y. Все. Ну, выровнять будем. Итак. Для того, чтобы выбрать точки на координатной системе, мы будем использовать вот эти элементы управления. Для этого создадим две переменные. Глобальная переменная. Вот примерно вот здесь. Назовем их int root point x. Point y. Кажется, ошибок нету. Point, все нормально. Написали сразу же формулу add. Инициализируем их. Хорошо, наверное, было бы вот здесь. Point x равно нулю. И point y равно нулю. Инициализировали. Значит, здесь поставим минимум 10, минус 10, минимум, максимум, извините, все-таки здесь 10, а минимум, минус 10. И value установим 0. Будет 0. То же самое с этим. Максимум 10, минимум минус 10, value пусть будет 0. Хорошо. Это тоже. Значит, создадим процедуры value change. И для этого тоже. Значит, для того, чтобы рисовать, я сразу же объясню. Значит, мы что делаем? Мы эти элементы делаем для того, чтобы, используя
вот эти значения. Здесь где-то просто нарисовать точку. Вот координатную точку. Вот такую точку. Поэтому напишем один метод, который покажет вот эту точку. Просто назовем его show point. Show point. Вот. Хорошо. Так. Private. Show point. Что же будет это делать? Хорошо. Значит, создадим фонд, чтобы обозначить его. Arial. Это размеры. Создадим два переменных, куда будем сохранять то есть экранные координаты. У нас там ошибка. Значит, нарисуем. Draw ellipse. Это если мы хотим обозначить там значение, просто напишем букву и координата. И я напишу экранные координаты. Это просто как конкитация.
все, значит, show point мы добавим graph general, вызовем отсюда. Здесь просто поставим rotation point, здесь y равно и update picture box и picture draw refresh. Это, в принципе, все. То же самое будет здесь, просто здесь y и здесь тоже y. Ну, попробуем посмотреть, что у нас получится. Ну, у нас point уже существует. Хорошо, мы уже можем двигать вот здесь, как там хотим. Здесь, конечно, экранные координаты, но думаю, это не проблема. Хорошо, пусть будет так. Сейчас посмотрим. На C 240 с чем. Да, где-то попадает. Хорошо. Значит, подготовительные работы выполнены. Но сейчас мы должны понять, что мы делаем, чтобы смогли все делать. Проблема в том, что выражать объект, фигуру вокруг произвольной точки невозможно. В принципе, у нас получается, что мы можем только выражать вокруг центра. Для этого мы должны вот эту точку принести сюда, выражать наш объект, и объект перенести вот снова вокруг этой точки. Примерно вот скажу, как это будет выглядеть, чтобы было понятно. Значит, у нас будет матрица, вот матрица, вот эти преобразования. У нас будет единица 0, 0, 0, единица, а здесь тоже 0, и здесь единица. Ну, как здесь видно. И из этих элементов мы получим значение. Скажем, у нас поставили это на, скажем, 3,3. Значит, ну, 3,4, чтобы было понятно. Это x, это y. Тогда наша матрица выглядит так. Минус 3 и минус 4. Значит, мы сделаем минус 3, минус 4, придем к этой точке. После чего мы умножим на матрицу преобразования. Здесь косинус фи, я не пишу. Здесь синус фи, здесь минус синус
Фи здесь косинус. Я не пишу, думаю, вы уже помните. А здесь 0, 0, единица. Здесь 0. Вот умножим эту матрицу. А результат этой матрицы будем умножать на матрицу уже вот эти точно такие. А здесь стоит тройка и четверка. Вот это тройка. И, то есть переносим после того, как вращение сделано, мы переносим уже на точку 3, 3, вот это 3, 3, 4. Вот такой у нас будет алгоритм. Я, в принципе, уже все это умножил, получил матрицу и сразу буду использовать именно эту матрицу. Если вы хотите, вы можете сделать это каким образом? У нас есть метод multiplication. Вы можете эти матрицы на умножение, сохранить его, скажем, в темп, в такой матрице по той же размерности, а потом этот темп умножить с этой матрицы и получить уже вот координаты в декартовых системах. Хорошо. Я думаю, уже все сказал. Мы, значит, можем приступить уже к выполнению этого метода. Для этого мы создадим два переменных. Назовем его Matrix Rotation и Move. Вот так и на rot, move. Все. Значит, будем инициализировать формулу ADDIE. Вот именно после этих пусть будет. Равно, значит, new. Три на три. Значит, создали. И сейчас поставим на форму еще один трекбар. Значит, автосайз отключим. Сайз поставим 25, чтобы там место 25. Хорошо. И один лейбл поставим. Назовем его Rotate Move. Вот так и поставим этот левел. Это тоже. Значит, выберем здесь максимум, поставим 360 максимум. 360. Думаю, что все в порядке. И создадим вот этот метод событий. Значит, float угол. Float ML. Это
точку, координат точку MLMM. Плот радиан, который сразу приписываем мат пи на 180. Напишем торбе. Это перемещение точка вокруг будет, будем выражать наш объект. Переводим уже на радианы. И сейчас мы будем уже инициализировать матрицу. Внимательно посмотрите, какие данные я ввожу. Значит, rotation move. У нас была такая матрица. Создали только что. Я сейчас сделаю нули. А потом раз, три, еще раз, два, три. Так как там будет длинный текст, я сделаю вот именно так. Значит, здесь будет мат косинуса. Косинус у нас угла альфа. Мы перевели его альфа. Хорошо. Это так. Один готов. Значит, это 0, 0, 0, 1. Это тоже напишем, чтобы у нас ошибок не было. Это R1. Здесь будет float. Мат синус альфа. Это тоже написали. Здесь будет 0, 0. Здесь скопили. Здесь вот будет это нос минус. А здесь косин. Здесь будет 0. Сразу сюда ввожу 1. И сюда начинаем писать. Значит, ML умноженное 1 минус. Переведем float.
Еще один плюс мм. Мат синус. И здесь минус ML умноженное все равно уже умножать. Матрикс дадим стартовой карты и эту матрицу, rotation move, эту матрицу и матрицу n координат. Заполнит он все значения. Fill matrix. Даем end координат. И даем data grade fin. После этого мы, значит, homogeneous. Мы уже однородные координаты переводим в это декартовые. Homogeneous декарт. Декартовые координаты даем. End картина. End координат. Датаграм. Декартовые координаты и экранные координаты, расчет. Матрикс дисплей. Дисплей координат. Декартовые координаты и датаграммы экраны. Значит, сразу используем clear picture box. И вызываем Graph General и Refresh. Думаю, что у нас ошибок не будет. Сохраняем наш проект.
Запустим. Смотрим, что у нас получилось. Сейчас поставим вот в точку. Ну, немножко сюда. Пусть будет здесь пока что. И попробуем вращать. Ничего не пошел. Все изменяется здесь. Это нормально. Посмотрим, почему у нас не получается. Что же мы делали неправильно? Ладно. Здесь, значит, у нас была ошибка. Rotation point X. Я его исправил. Вот этот T. У нас мы должны их исправить здесь. Здесь первичные инициализации form load. Вот здесь point X. И в конце мы используем point X. Вот здесь тоже нужно исправить. Хорошо. А главная причина вот здесь должна быть двойка. Вот мы ставим двойку, сохраняем. И построить решение. И запускаем всю программку, ставим все, что есть, переносим вот точка, скажем, пусть вот это, ну, сперва пусть будет это, и начинаем вот вокруг этой точки вращается. Можем точку принести, скажем, сюда, вот центр. И вращать видно вот точно по центру идет. Или можем вот принести сюда вот тройку. Вот здесь. Сейчас посмотрим. Вот смотрите. Точно по три вращается. Ну и минусы тоже. Скажем, принесли вот сюда. Ну, пусть будет минус один. И вот через все это. Смотрите, вот это. Точка 3 и 23. И вот 1 и 23. То есть 2 сюда, 2 туда точно. Там по всем пунктам идет. Вот я сделали вращение по произвольной точке. И мы сейчас можем сказать, как это тоже сделали. У нас, в принципе, получается, что мы, значит, вот это все элементы этой матрицы преобразования мы все использовали, и знаем зачем. Значит, по диагонали меняем масштабы, а если меняем на минус 1, то уже идет процесс отображения. Если меняем минус и еще минус 2 или с чем-то, идет отображение и искривление. Получается, значит, процесс зеркального отображения, но с искривлением можно сказать. И что еще можно сказать? У нас, значит, осталось вот только эти два элемента, которые мы не сделали. В принципе, они отвечают проецированию нашего объекта.
Может быть, я еще попробую работать с ними. А так видно, что вот эти элементы выполняют, используются для вращения. Эти элементы используются для переноса. Переноса в основном это и мы изучили. Ладно, я попробую, если нужно будет и изучать эти элементы, но мне бы хотелось, что это делали трехмерном пространстве, чтобы там уже все было понятно. Ну, посмотрим.